Всем привет! Добро пожаловать обратно в рубрику «Опасная красота». Сегодня мы покатаем вот на этой вот зверюге. Как безумное творение какого-то гения из вселенной Мэд Макса. Два комбайна на носу, машина снизу, машина сверху. И 100 км в час при прочности в 1200 хп. Единственное, что машина эта везет довольно-таки полезные припасы, но так как нам предстоит заезд на короткую дистанцию, я их отсюда уберу, припасы нам не понадобятся. А вот что нам понадобится, так это модуль невидимости. Проложим сюда небольшой, бирюзовый, он прямо идеально помещается, здесь вписывается, красота. И сбоку еще на пару гвоздей повесим радар-детектор. Вот, замечательно. А движок Гепард здесь уже есть. Тачка кайфовая, от нее на самом деле прям вот веет духом красаута, причем такого олдскульного. Вот, что касается ее эффективности, с учетом установки комбайнов, да. Здесь у нас сейчас возникнут проблемы, особенно против бота с пулеметом, да? Да что ж ты такой неудобный говнюк, а? Тихо, 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 едем. А, ладно, нормально. Так, колеса он выгрыз у меня в основном только сверху, ладно, я ими все равно не пользовался. А вот то, что ХП в кабине существенно потратилось, это, конечно, не очень здорово. Здравствуйте. Ну, это я, скорее всего, уже не переживу, да? Да. Завалили на бок Гигахорс. Глинк, ты и карта подходящая попалась, а? Ну, просто красотень. Пустыня, пески. Мне навстречу идет что-то красное, но оно не за... Нет, оно здесь. Оно здесь, оно... Машина, ну ты чего, ты дурак? Ладно. Ладно, все хорошо. Ёлы-палы, ну высоко же. Ну, да, цепанул с там комбайном, получается. Надо поставить какой-то непонятный модуль, чтобы меня переворачивало быстрее. Блин, и цель ушла прямо из-под носа. Ну как так? Где-то там коллайдеры, короче, кривенькие стоят на этом подъеме. И получается, что получается. Союзу за жопу куснули. Ворвусь я сейчас один на флаг. Хочется рифму продолжить, но не буду, а то она получается не очень. Ладно, ты, значит, ты, погнали. Но я хотя бы уже не один на флаге. Да долбанный бот! Всю малину обосрал, причем сам не ведая, что творит. Так, отлично. Давай, Союз, давай. Сейчас мы его на двоих тут распатроним. Да ёлы-палы! Их, погоди, резко по тормозам. Оп, а теперь вперед. Хотя ладно, ну его нафиг не вперед, давай сюда. Ни хрена себе, эта мелкая шмакодявка умудрилась отбить мне комбайн. Давай, да блин, думал, сейчас тараном об меня убьется. Не убился? Ах ты маленькая сволочь. А-а-а, челюсти. Блин, дрон убил, другой сзади. А ведь этого сейчас задавил бы. Ну ладно. Мне прям нравится, как красиво и со спецэффектами отваливается верхний комбайн у этого крафта. Его можно было бы, конечно, переделать, закрепить там. Блин, Союз, если бы ты на меня пошел, я бы тебя уже спас. Это все от меня, да, от меня, ну ладно. Так, эту штуку я теперь не догоню. Хотя нет, может, и догоню. Не, не догоню. У меня максималка 95, а он там на рыке с шустрым движком, походу, за сотку уходит. Ну что ж, ладно. Тогда я медленно и уверенно и поступью. Зайду к врагу с тылу. Так, Янис, это неинтересно. А вот это! Что-то, чему я ховер откусил, на самом деле тоже уже неинтересно, потому что это из пеп. Это суппорт. Куда дохнут опять синие? Объясните мне, пожалуйста. Я его туда выкинул. Да, вот там сам найдешь, молодец. А, тут Гравастары, тут и Морта, тут... Та-та-та-та! Союзники, которые лезут тебе прямо в пасть. О, приемлемо. Ну вот и хорошо. Давай, 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 давай. Вот, отлично, прекрасно. Так, направо, чтобы не упасть. Красота. А то сейчас все шансы были перевернуться. Можно я это себе заберу, да? Спасибо. Чудненько. Мы в какой-то момент прям так начали сыпаться. Я думал, все, сейчас будет слив. Резко так в одну секунду трое передохли синих. А потом раз и все. Смертность среди синих упала в ноль. Янис, ты все еще жив? Это ненадолго. Сюда иди. А-а-а, отбил мне все-таки комбайн. Зараза такая. Сейчас я тебя за это перепилю пополам. Зачет. Охрененно эпичный все же видок у машины прям.
очень круто получилось. Да что ж вы все такие быстрые, отлично. Его тормознуло наконец-то на комбайне. Фу, на комбайне, господи. Ну и на комбайне, в принципе, тоже. На капкане я, конечно же, хотел сказать. Иди сюда! Иди ко мне! Я вижу твое... Блин, я вижу твоего союзника. Вот теперь у меня проблемы. Эх, дробоводы. Поймал? Не поймал. Посмотри, главное, врезал по колесу с разгону и даже колесо не отбил. Вот так бывает. Ну ладно. Так, отползаем пока что. С дроном драться не хочу. Сияние северное какое красивое, крест-накрест. Маленький кружок по карте сделал. И в этот раз передохли все красные. То красные все передохнут, то синие. О, ты, вкусняшка, здравствуй. Пойдем со мной пойдем. Это было больно, я не спорю. О, спасибо, что по... Блин. У меня радиус разворота очень большой, не смог его дожрать. Ну ладно, арткрафт на то и арткрафт. Даже 1100 репы в этот раз. А радиус разворота в этой штуке реально просто как у, не знаю, корабля какого-то огромного. Что отсюда? Раз. Это жесть. Полтора корпуса. На скорости с подтормаживанием, в принципе, еще можно что-то выдать. Так, хоть немножко, но покороче сделать его. Но с места прям труба. Да как же вы заколебали боты-долботы из инвиза так выщеливать? Так, ладно, эта штука свалила. Он на гусеницах вообще, если честно, особо нет желания идти его ловить. Но туда в толпу не полезешь. Ладно, давай тогда его все же ловить. Хотя тут и так уже есть без меня мелики, мы только мешаться будем. Ладно, тогда и все. Турельки! Блинский конь! Так, уехать быстрее. Фух, ладно, более-менее выжил. Все, надо отойти подальше, а то здесь еще и турелисер. Вот, например, сюда. Здравствуй, солнышко. Отлично, он сразу бэкспейсит. Так, тебя что ли сожрать? Ну, у него там генератор сзади, на самом деле, не, мне будет больно. Эта штука даст мне по зубам. Своим геникам. Опа, красиво. Задницу ему просто отбил, перебил позвоночник буквально. Ну, что еще здесь? Так, это неинтересно. Поехали туда. Походу, сейчас даже не успею прикоснуться к прекрасному. Ну и ладно. Да, превозмогательна жизнь арткрафта в кроссе. Но иногда прям хочется взять что-нибудь вот такое вот эдакое. Собранное не по каким-то там скучным правилам метакрафтов, а что-то прямо особенное такое с душой, с характером. Да, может быть, ты не получишь какой-либо высокий результат. Но при правильном настрое это все равно другие прям положительные эмоции совершенно иного типа. В каждом бою по-своему. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.